Уважаемые коллеги, с 1997 года по указу президента страны Нурсултана Назарбаева ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий в Казахстане. Для Казахстана эта дата имеет особое значение. Наша республика стала местом депортации для многих миллионов советских граждан. В результате жесткой политики по выявлению врагов народа страдали не только репрессированные, но и их близкие. В Казахстане было репрессировано более 103 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч. Среди них были известные представители интеллигенции, видные деятели науки, культуры и искусства. Более в этой связи по поручению президента страны с 2010 года Ассамблея народа Казахстана возглавила процесс сохранения исторической памяти. Более подробно о ходе реализации проекта АНК «Память во имя будущего» нам расскажут секретарь научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, заведующая кафедрой «Политическая стратегия государства» Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при президенте Казахстана Наталья Павловна Калашникова, научный руководитель исследовательского центра, член-корреспондент Национальной академии науки Республики Казахстан Нурлан Орынбасарович Дулатбеков и председатель клуба «Астана Байтерек» Тамара Ивановна Лавриенко. Мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. И, Наталья Павловна, пожалуйста, я передаю вам слово. Рахмет, Булат. Кармите кун рептестер, кармите кун журналистер. Позвольте нам сегодняшнюю встречу открыть. На предыдущих брифингах вы задавали вопросы о том, какую работу по сохранению исторической памяти проводит Ассамблея народа Казахстана. И сегодня, пользуясь случаем, мы сегодня вот такой небольшой командой решили поделиться тем, что делает Ассамблея народа Казахстана в этом плане. Сегодня Булат сказал о том, что одним из первых указов на постсоветском пространстве президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым издан указ об учреждении 31 мая днем памяти жертв политических репрессий. И мне бы хотелось еще сказать об одном очень важном документе, указе в то сложное время, 1993 год, когда глава государства издает указ о реабилитации жертв политических репрессий. Это, пожалуй, были два важнейших документа, которые позволяют сегодня разворачивать ту огромную, очень кропотливую работу по сохранению исторической памяти. Да, действительно, в 2010 году Ассамблея народа Казахстана инициировала, на наш взгляд, уникальный проект «Память во имя будущего». И в этом году, в преддверии этого дня, в Семипалатинске пройдут довольно на высоком уровне с участием международных экспертов международный форум «Память во имя будущего». Уникальность еще и заключается в том, что в 2010 году именно Ассамблея инициировала первый форум историков на постсоветском пространстве, и этот форум состоялся на базе Евразийского национального университета. На наш взгляд, это являет принципиальное значение, поскольку, собравшись, историки определили подходы к пониманию той очень сложнейшей эпохи истории каждого государства по сохранению памяти жертв политических репрессий. Как сегодня сказал наш уважаемый Булат, действительно в Казахстане, значит, в период с 1937 по 1957 годы было депортировано, репрессировано большое количество нашей интеллигенции, почему я не называю эти цифры, поскольку у историков, архивистов, экспертов они разнятся, но то, что они имеют масштабность, это очевидно. С того момента, как только мы приступили к реализации этого проекта,
Мы провели определенную ревизию всех научных исследований, которые проводятся под эгидой ассамблеи, значит, академическая общественность в регионах, и убедились в том, что эта очень важнейшая работа имела место. Конечно, с 2010 года это был новый импульс, поскольку представители 10 государств, они были приняты главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Это представители той интеллигенции, потомки, чьи, значит, отцы, матери, деды, конечно, пострадали в этот жестокий, значит, период, и наши ученые, которые сегодня здесь присутствуют, это называют определенным молохом, поскольку они подпали под этот молох репрессий, жесточайших условий, в которые они находились. Мне бы хотелось сегодня рассказать о том, что, значит, у нас принимают участие и общественность, представители общественности, научной, женской общественности. Сказать еще раз о том, что с 2010 года этот проект оброс совершенно новым наполнением содержательным. В чем он заключался? Это, конечно же, не, значит, проводить какую-то экспертизу или обвинять те или иные государства или тех или иных лидеров. Позиция нашего главы государства, чтобы помнить, чтобы истоки толерантности, которые заложены в этом проекте, в этом подходе государственной политики, они, конечно же, развивались и получали и научное, и общественное наполнение. И в этой связи я хотела бы сказать, что тот проект, который будет реализован в Семипалатинске, он всецело поддержан главой государства, и уже поменялись несколько подходов. В Семипалатинске это международный проект «Память во имя будущего», и, конечно же, будет международная научно-практическая конференция «Философское прочтение», значит, Алла Шарды, их идей уже в контексте толерантности, государственности и поиска объединительных и консолидирующих идей. Пользуясь случаем, мне бы хотелось сейчас пригласить к разговору, вы сегодня уже в холле видели, замечательного человека, ученого, значит, доктора юридических наук, профессора, который задолго 2010 года в инициативном порядке со своей группой исследователей ученых начали поисковые работы. Сначала это был, безусловно, поиск Карлага, его истоков, его истории, его значения. Затем он, как я уже говорила, обрастал все новыми идеями. И еще мне бы хотелось сказать, что и женская, и молодежная общественность, она всецело с 2010 года поддерживает эту идею. Поэтому появляются новые поисковые организации. Женщины вносят свой вклад в продвижение этого проекта. И в Семипалатинске это будет уже пятый проект «Памяти во имя будущего», который зародился в Казахстане и уже сегодня имеет колоссальное международное значение. Итак, мне бы хотелось автору многих проектов по изданию, значит, исторических, публицистических, поэтических трудов, которые сегодня были, Нурлану Арынбасаровичу представить слово. Спасибо, Наталья Павловна. Спасибо, Наталья Павловна. Бүгін Наталья Павловнаның бүгінгі күннің тақырыбының өзектілігі туралы өзі айтып кетті, сондықтан да мен көп оған тоқталмаймын. Өздеріңізге белгілі, бір-екі күннен кейін біздің еліміз 31 мамыр қуғын сүргін зардап шеккендердің еске алу күнін өткізеді. Сол тақырыптың төңірегінде мен сіздерге осы 10 жылдың ішінде жасалып жатқан біздің Карлаг
тарихтан тағылым, өткенге тағзым тақырыбы туралы, жазған шығармаларымыз туралы айтқым келіп отыр. Сіздер өздеріңіз жаңағына сол көрмемдегі біздің шығарған кітаптарымыздың бірнешесімен танысып, өздеріңіз жаңа сұрақтарыңызды да қойып жатсыздар. Мен айтар едім, бұл тақырып өзінің өзектілігін әрқашанда жоймайды. Әрбір мемлекет әрбір өзінің қалыптасу кездерінде өткенге бағдар аударып отыру, ол өзінің негізгі мемлекеттің бір үлкен атрибутикасы деп ойлаймын. Өйткені демократиялық мемлекет, демократиялық мәдениетті қалыптастыру үшін әрқашанда біз өткеннің өзіміздің жетістіктерімізбен қоса кейбір өзіміздің өміріміздегі ақтаңдақтарды, әттегінайларды қарап отыруымыз негізгі шарт деп ойлаймыз. Сондықтан да Қазақстан ең алдыменен посткеңестік кездегі мемлекеттердің арасында осы қуғын сүргінді еске алу күн біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен осындай үлкен мемлекеттік деңгейде атап өтуі осындай жұмыстардың туындауында әкеліп соққан сияқты. Біз ең алдыменен өзіміздің жұмыстарымызды 5-6 жыл бойы жеке инициативамен жүргізіп отыратын болсақ, соңғы 5-6 жылдың жүзі болды. Мынау халық ассамблеясы, Қазақстан халық ассамблеясымен бірлесіп жүзеге асырып отырмыз. Осы соңғы 10 жылдың ішінде біз қарап отыратын болсақ, 10-15-ке жуық монография, және сонымен қоса Наталья Павловна айтып кеткендей жаңа көркем, суретті, публицистикалық, мемуарлық, тағы да басқа өзінің барлық жанрларды қамтитын осы Карлак және осы нәубет жылдар туралы бірнеше кітаптар, бірнеше үлкен ғылыми еңбектер жарық көрді. Олардың барлығы көбісі біздің алыс жақын шетелдерде өзінің тұсаукесерін өткізді. Кітаптарымыз дүниежүзінің 28 үлкен кітапханаларында сақталып отыр. Сонымен қоса біз осы Ресей ғалымдарымен, Украина ғалымдарымен, Жапон ғалымдарымен, Венгр ғалымдарымен, Румын, Молдавия ғалымдарымен бірлесіп бірнеше проектілерді, бірнеше жобаларды жүзеге асырып отырмыз. Бұлардың барлығы менің ойымша үлкен саяси және үлкен тарихи және үлкен адами мәні бар жоба деп есептеп отырамын. Өйткені біз Қазақстан Республикасында тұратын барлық халықтардың мойнынан өткен нәубет жылдар әрқашан біздің тарихымыздың өзіміздің жадымызда қалу керек сияқты. Сондықтан да бұндай еңбектер тек қана өткендерге ғана емес, сол келешек ұрпақтар үшін де өткені керек. Біздің мемлекетіміз демократиялық бағытта, демократиялық қоғам құруда үлкен іш биге жеңістерге жетіп отыр. Экономикамыз болсын, басқа да жақтары да болатын болсын. Сондықтан да бұл тақырып біздің ең алдыменен мен мынау адами бейнесімен, өйткені адами тұрғыдан келген кезде үлкен мәні бар сияқты. Сондықтан да біздің идеяларымыз халық ассамблеясының өзінің алдына қойған үлкен мақсаттармен бірлесіп және сол сабақтасып жатыр. Біздің жобаларымыздың барлығында да сол нәубет жылдардың үлкен қиын қуғын сүргіндердің болған оқиғалардың барлығы сол хронологиялық түрде үлкен архивтік деректердің негізінде біз өзіміз бағамызды бермей, тек сол еңбектерімізді жариялай отырып, соған баға беруді, соған өздерінің ойларын білдіруді мына оқырманға қалдырып отыру біздің жұмыстарымыздың ең басты ерекшеліктерінің бірі. Сондықтан да енді сіздер бүгінгі кездесуімізде әрине ол туралы көп айтуға болады. Мен сіздермен мынау бір-бірімізбен сұрақ жауап ретінде кездесіп отырғандықтан журналистермен, сондықтан да мен оны әрі қарай дамытып отырамын деп ойлаймын. Действительно, одним из атрибутов государства – это осмысление прошлого. Поскольку Казахстан идет по демократическому пути, и для Казахстана важно не только, вот, допустим, наметить перспективные планы развития государства, но и мы, конечно же, должны учиться истории и не только достижений, которые были достигнуты нашим государством, но и такие сложные и, я бы сказал, трагические страницы нашего государства и нашего общества, она должна тоже изучаться, дабы, чтобы не допустить вот таких нежелательных моментов. И, конечно же, это объединяющая тема. Мы в течение 10 лет работаем, но последние 5 лет начали работать с Ассамблеей народа Казахстана, поскольку те идеи, которые ставит Ассамблея народа Казахстана, это толерантность, это
это объединение, это межнациональное согласие, как раз с красной нитью проходит через наши темы. Поэтому мы несколько проектов вот, осуществили вместе с Ассамблеей народа Казахстана. Это проект был презентован и в Талдыкургане, и в Чимкенте, и, наверное, через два дня, когда мы поедем в Семипалатинск, там тоже будем говорить о своем проекте. Ну, поскольку мы сегодня, Наталья Павловна, решили, вот такой у нас будет... Да, Нурлан Арабасадович, прежде чем мне, нам бы хотелось, чтобы вы представили своих коллег, ученых, да, которые вместе под вашим руководством работают. Мне бы хотелось маленькую ремарочку сказать. Вот вы сегодня говорили о Семипалатинске, о семье. В том, что этот проект настолько узнаваем за рубежом, и высокое уважение к главе государства, к инициативам Ассамблеи народа Казахстана по, значит, будем говорить, написанию определенной, толерантной истории. Поэтому интерес и очень велик, и справедлив, и давайте будем откровенны. Сегодня не все главы государства так относятся к той памяти, к тем процессам, к тем очень сложнейшим периодом жизни, и в этой связи в семье заявили участвовать в международной научно-практической конференции, в международном форуме. Ученый мир из России, Монголии, Китая откликнулись и сами выходили из секретариата Ассамблеи, в оргкомитет, посольства Польши, представители архивов Украины, посольства арабских, Объединенных Арабских Эмиратов. То есть эти идеи мира, консолидации, толерантности, они сегодня в этом очень сложном мире волнуют все мировое сообщество. И в канун вот этих мероприятий поэтому высокое уважение и взоры обращены на Казахстан. Пожалуйста, представьте своих гостей. Да, мына жерде енді біздің үлкен жұмыстарымыз 10-15 кітапты шығару тек қана бір-екі адамның шамасынан келмейді. Мен осы жерде біздің жұмыс тобын көрсеткім келіп отыр. Мына бірінгі қатарда отырған менің әріптестерім профессор Жұмаділова, аға оқытушы Баймұрынов, доцент Жүнісова, тағы да біздің бірнеше авторларымыз бар. Ну, у нас авторы не только здесь, в Казахстане живут, но и за пределами нашего государства. Одним из таких авторов является Попов Юрий Григорьевич, который проживает в Санкт-Петербурге, но у нас связи поддерживаются через интернет, и несколько работ им было написано. Одним из наших соавторов наших книг является вот, по японским военнопленным, как Катасонова Елена, да, вот каждый день мы переписываемся, ну, уже, Елена Катасонова была автором книги «Японской военно-пленной в СССР». И вот мы развили эту тему и написали большую монографию «Японской военно-пленной в Казахстане». Вы знаете, что вот после Второй мировой войны около 800 тысяч военнопленных оказались на территории СССР, а из них львиная доля, порядка 58 тысяч, они оказались в Казахстане. И мы по просьбе наших японских коллег вот, выполнили работу японской военнопленной в Казахстане, в Карагандинской области, при поддержке Ассамблеи народа Казахстана. Наталья Павловна, в этот процесс вы знаете. И она была презентована в Японии вот, в прошлом году, вот в это же время, и вызвал огромный интерес у наших. Ну, в частности, еще другие книги, я об этом не буду говорить сейчас. Ең алдыменен мен бір айтып кететінім, но Казахстан, біздің Карлактың территориясы, Францияның территориясындай ғой, енді үлкен. Соның жерінде қаншама лагерлер болды, қаншама жаңағы жұрттар үлкен қиыншылықтарды көрді. Бірақ біздің бір мақтанатынымыз, қаншама сол зұлмат, сондай бір үлкен зомбылық болғанымен біздің қанымызда, біздің жүрегімізде солардан бірі де қалмаған. Тек қана мейірімділік, тек қана жаңағы жұртқа деген толеранттық қатынас. Сондықтан да біздің халқымыздың, осында Қазақстанда тұрып отырған барлық халықтардың бойындағы осы қасиет бізді өте ғылыми түрде де және жай адам ретінде таңдандырады. Барлық жұмыстарымызда біз зұлмат туралы, үлкен қиындықтар туралы жазып отыратын болатын болсақ та, кітаптарымыздың өн бойында сол біздің осы адамгершілік қасиеттері, мынау
суретшілердің, ақындардың, барлығының, жаңа осы жерде болған адамдардың, қаншама атақты адамдардың, барлығының солардың мемуарларында, немесе сөздерінде, пікірлерінде біздің Қазақстанға деген, және осы Қазақстанның үлкен халықтың атын алып отырған, біздің халқымыз үшін үлкен алғыстарын білдіріп отырғаны бізді өте қатты қуантады. Спасибо огромное. Я, наверное... Я сейчас вам слово предоставлю. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что помимо академической общественности проекту уделено очень пристальное внимание общественности. И в данном случае мне хотелось сейчас председателю женского клуба «Астана-Байтерек» предоставить Тамару Ивановну Лаврененко, но прежде всего показать вот небольшую нашу первую работу, которая в 2010 году была издана с участием представителей 12 зарубежных государств. Это первый труд, и он, конечно, основывался на истории, значит, лагеря жен-изменников Родины, Алжир. И в этом ключе как раз женская общественность, она сыграла огромную роль. Она не только поддержала этот проект, но мы вместе с, значит, клубом «Астана-Байтерек» его развиваем. И почему именно Алжир стал отправной точкой и интересом женской общественности? Поскольку по всем архивным документам и материалам представительницы 62 национальностей отбывали в различное время, значит, наказание в этом лагере. Поэтому для нас было не безинтересно изучить их судьбу, изучить то, что же их двигало и как они выжили в этих сложнейших, суровых временах. Пожалуйста, Тамара Ивановна. Ну вот я в продолжение Нурлана Радбасыновича хочу сказать, что вот эту инициативу Ассамблеи народа Казахстана, как мы поддержали, когда по поручению президента Нурсултановича Назарбаева сделали мемориальный комплекс музей «Алжир», Акмолинский лагерь жен изменников Родины, и назначена была директором наша подруга, естественно, мы в эту тему вникли. И чем больше мы знакомились с материалами, с судьбами женщин, которые, наверное, тяжелее ложки в руках ничего не держали и оказались в этих ужасных условиях, то не могли остаться равнодушными и подхватили, попросились даже в Ассамблею народов Казахстана участвовать в этом проекте. И чем больше мы участвуем, вот уже 5 лет, чем больше мы узнаем, ездим по городам Казахстана, где были лагеря репрессированных, тем больше в душе нашей, сердце этот вопрос проникает, и мы уже живем этим проектом. Нашему клубу уже больше 10 лет, и 5 лет мы сотрудничаем с Ассамблеей народа Казахстана. Первая наша поездка в Алжир, вот все, наверное, там были и видели, когда стена за музеем вся испещрена мелко фамилиями. Это никого не оставляет равнодушными. Это вызывает такую боль в сердце, такую щемящую грусть, сколько было жертв принесено, непонятно за что. И когда мы начали этот проект, поехали, сделали второй автопробег, женский автопробег «Алжир-Карлак». Нас встречали по дороге, было много бесед, но когда мы туда приехали, настроение, когда мы увидели это здание восстановленное, серп и молот, и сколько там было пролито крови, настроение было очень тяжелое, поверьте. Но невозможно было и не заниматься этим, потому что память должна набатом греметь в наших сердцах. Без прошлого, без сохранения этой памяти, ну, наверное, невозможно построить прекрасное будущее. Надо помнить о плохом, чтобы дальше было все хорошее. Потом мы поехали в Талдыкурган, на место первого поселения репрессированных корейцев. Да. Когда мы ехали по степи, и нигде рядом не было никакого населенного пункта, и доехали до точки, где были высажены люди, поверьте мне, ни у кого не было возможности даже общаться и разговаривать.
оказаться глубокой осенью в снегу, и нигде нет огонька теплого. Наверное, и это надо помнить. Мы тогда повезли, мы хотели какую-то сделать такую памятную поездку. Музей современного искусства, очень большой запасник картин репрессированных художников. В Караганде очень большой архив этих художников. Мы подготовили фотокопии, но по размерам оригиналов. И это выглядело настолько естественно, как будто бы вот мы привезли все картины с архивов. Столько внимания. И что больше всего нам понравилось, что было очень много школьников на этой выставке. С каким интересом они на это смотрели, как они об этом расспрашивали. Поездка в Чимкент была нами, с ассамблеей нами принято участие, и сейчас мы готовимся в Семипалатинск. Ассамблея – это вот, ну, весь народ Казахстана. И то, что мы не смогли остаться в стороне, наверное, это вот волнует всех, и мы как частичка ассамблеи, частичка вот нашего всего народа, хотим привлечь внимание будущего поколения. Мы об этом говорим дома, мы об этом говорим на работе, мы об этом слышат наши дети, внуки. И чем больше мы будем об этом говорить, тем, наверное, меньше будет плохого в нашем мире. Я еще дополнила, именно по инициативе этнокультурных объединений, именно в этом урочище недалеко Уштоби был на средства общественности открыт закладка камня будущего монумента под названием «Казак Халкынамын Алгыс». Это дань уважения казахам, которые приняли на себя ту боль и те проблемы. И мне бы хотелось сказать, что именно вот в этой книге одна замечательная, теперь уже живущая и за границей в Германии, и общающаяся с женщинами Казахстана, она написала очень интересную поэму «Курт. Драгоценный камень». По этому произведению наш казахский драматический театр поставил, на наш взгляд, очень достоверный, очень теплый, неформальный спектакль. И, наверное, суть всех этих действий заключается в том, что, значит, этнокультурное объединение, те люди, которые сегодня проживают за границей, и вы помните, как на сессии Ассамблеи народа Казахстана выступала Дарья Виолина со своим новым фильмом, где ключевое место занимает глава государства, инициативы Казахстана по сохранению исторической памяти. Поэтому я полностью поддерживаю Тамару Ивановну, участвуя уже 5 лет в этих мероприятиях. Даже сегодня, подходя к этим книгам, Нурлан Арбасарович не сказал об той уникальной книге, и ее сегодня здесь нет, но она имеет место жить. Это книга «Казахстан нас объединяет», где собраны все письма семьям, детям, женщин, и те зарисовки и картины, воспоминания, рисунки, которые были с любовью авторами собраны, потому как они несли действительно глубокие философские смыслы. Дарья Виолина, она жила өздеріңізге белгілі үлкен сессияда сөз сөйледі. Сонда елбасын қолынан осы халықаралық қатынастарды және осы халықтар достығын нығайтудағы еңбегі үшін бірлік медалімен марапатталған болатын. Сол кеш біткеннен кейін біз Дариямен жолдастық достық қатынасымыз бірнеше жылдың жүзінде айтады. Мен әжемді осы жерге лагерге алып келген кезде үлкен вагонмен алып осында үлкен азап көріп еді. Мен осы Ақмола жеріне келіп, міне елбасы президенттің қолынан үлкен медаль алып отырмын. Міне бүгінгі күндердің мен кешегі күннің арасындағы айырмашылық міне осындай болады деп үлкен толқуға сондай бір өзінің
сондай бір үлкен бізге деген Қазақстанға деген махаббатын айтып жатыр. Шында да сол нәубет жылдардың үлкен қиыншылығын көрген әжесі туралы фильм келіп түсіріп осында бүкіл Ресейде басқа елдерге көрсеткен бұл фильмі ертең Семейдегі болатын үлкен іс-шарада сол фильмнің тағы да тұсау кесері болады. Рахмет. Уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга, непосредственно к самим вопросам. Пожалуйста, подходите, задавайте интересующие вас вопросы. Здравствуйте, Екатерина Тукушева, информационное агентство «Бильнюс». Наталья Павловна, вы сегодня рассказали о регионах, в которых на международном уровне реализуется проект «Память во имя будущего». Не могли бы вы подробнее рассказать, почему такая география и в связи с чем в этом году данный проект будет проходить в городе Семей? Спасибо. Спасибо. За вопрос, он действительно очень интересен. Вот когда Нурлан Арынбасарович говорил, что это была определенная территория Карлак, но она имела 15 лагерей по всей территории Казахстана, то есть как бы подразделение этого Карлага. И задача наших исследователей и, значит, членов научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана на месте этих лагерей и осуществить проект «Память во имя будущего». В этом году Семей – это, конечно же, интереснейшая история, поскольку в рамках этого проекта мы хотели сфокусировать внимание именно еще на одной теме, даже не одной, а двух темах. Это, конечно же, философия, глубокая философия алашардинцев, и в этом ключе в Восточном Казахстане есть уникальные труды и разработки. Одну из них я хотела бы вам привести, это «Абай и Алашарда». То есть исследователи находили именно те объединительные факторы, те объединяющие концепты, те объединяющие вещи, которые и отличается Казахстан своей особой толерантностью, своим особым подходом к изучению истории. И второе направление, которое будет именно в Семей, это на базе университета, государственного университета Миша Керема. Это тоже было не случайно выбрано учебное заведение, имеющее свою историю, имеющее свои музеи, имеющее достаточное количество интереснейших научных исследований. И вторая часть, которая сегодня не может не волновать, значит, это тема последствий Голодомора, тема, значит, будем так говорить, массового ухода из Казахстана для того, чтобы каким-то образом выжить. Эта тема также является, значит, ключевой в научно-экспертном сообществе. И в этой связи мне хотелось показать буквально три фильма, которые мы в инициативном порядке также сделали. Это документальный фильм «Депортация народов в Казахстан. 30-50-е годы. Общность истории». Казалось бы, на первый взгляд, неказистый диск, но впервые в форме устной истории здесь взяты, значит, интервью, а их более 150 интервью за рубежом, значит, тех, как, какое отношение к депортации и что сделал Казахстан для того, чтобы они могли выжить. И, значит, еще один фильм, это как раз посвящен, значит, алашардинцам. Этот фильм имел, значит, имеет сейчас за рубежом и у нас в Казахстане, и мы планируем его показать на нашей конференции. Это философия алашардинцев глазами, значит, казахов, проживающих за рубежом. Колоссальнейший фильм. И он, я еще раз скажу, что это сделан при поддержке, значит, Фонда национального благосостояния Самрук-Казына и нашими исследователями из научно-исследовательского центра «Общественное мнение», вот группа ученых во главе с Батагёс Ракишевой со мной, вот именно сделала такой впервые возродившую традицию в форме устной истории этот фильм создан. И еще фильм, который называется «Вера».
Это все фильмы Ассамблеи народа Казахстана. Это настолько теплая картина, которая рассказывает о тех сложнейших годах, когда были в товарнике привезены, значит, народы Кавказа в Казахстан, и как и каким образом казахи смогли согреть, обогреть, значит, поделиться куском хлеба. И уже повзрослевшие эти люди сохранили дружбу и уважительное отношение друг к другу, и они встречаются у каждого в гостях и в трудную, и в хорошую минуту. Поэтому вот те короткие вещи, они как раз говорят о той географии. Следующие, последующие, я так думаю, что, значит, это будут другие регионы. Мы будем вырабатывать на этом международном форуме, какие будут предложения, какой сейчас потенциал задействовать. Но я еще раз повторяю, не имея никаких специальных поручений, научная общественность, именно общественность вместе с этнокультурными объединениями регионов сегодня проводит огромную работу по архивам, по изданиям, по, значит, возрождениям тех иных объединительных традиций. Вот сегодня Тамара Ивановна скромно не назвала, а сам клуб «Астана Байтерек» — это уже движение голубых платочков. Цвет флага Казахстана, который носят на всех проектах эти женщины, и под названием этот проект «Память». Вот такие, значит, безусловно, планы Ассамблеи по сохранению исторической памяти. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алена Кузуб, газета «Вечерняя Астана». Вопрос у меня, наверное, к Наталье Павловне. Как зародилась вообще идея именно международного проекта АНК «Память во имя будущего»? Я хотела бы сказать, что, значит, как только в 2008 году В 2009 году был создан научно-экспертный совет. В Ассамблее возникла идея о том, что нам сегодня необходимо объединить все усилия научной общественности и в первую очередь те труды и те работы, вот, о которых и Нурлан Арынбасарович говорил, которые дают нам почву для развития. Отношение к старшим, исторической памяти и что это имело место, безусловно, в этих работах. С этой идеей, и я хочу сказать, что в начале, когда, значит, зампредседателя Ассамблеи и ученые приехали в фонд. Ну, не сказать бы, чтобы отказ, но несколько удивления, зачем Ассамблее ворошить прошлое и заниматься этим аспектом. Через некоторое время, когда они на своем совете обсудили нашу идею создать вот этот международный проект, который, к счастью, именно благодаря усилиям казахстанцев он развивается. И я так думаю, что будет сохранен еще на долгие века, потому что это есть тоже своего рода память. Он был поддержан, и впервые мы постарались реализовать его. И как сегодня наши спикеры говорили, то в первую очередь эта идея была не только поддержана, но и, наверное, та политика главы государства, которая позволила нам найти возможность для таких поисков. Это кто занимается этой работой, вот такая колоссальная поддержка на самом высоком уровне государства, это очень важно. Начинали вот с такого проекта, который сегодня поддерживается на региональном уровне, и самое главное, что она поддерживается общественностью. Без общественности, конечно же, этот проект был половинчатым или носил чисто академический характер. Спасибо. Менің сұрағым Нұрлан Дулатбековке, Айгүл Уайсова. Так, жылдан жылға жаңа мағынаға ие болып жатқан жобаларыңызға жастардың қызығушылығы мен оларды қамту мәселесі жөнінде айтып берсеңіз. Біз
бұл тақырыпты тек қана өзіміз ғана шұғылданбай, сол жастардың да шұғылданғанын өте қажет деп ойлаймыз. Бүгін, мысалы, Қарағанды қаласында халықаралық жаңағы сайыс болып жатыр. Ол бүкіл біздің посткеңестік мемлекеттерден келген балалардың шығармашылығы осы тақырып бойынша. Оған 350-ге жуық шығарма жазылды. Міне соның бүгін нәтижесін күтеміз. Сонымен қоса бұл жобаларға біз шетелдік студенттерді қатыстырып отырмыз. Қазір Румыния және Молдавиямен бірге жұмыс жасап, солардың жаңағы біздің Қазақстанда болған румын әскерлерінің тұтқындарын зерттеу тек қана қазақстандық студенттер ғана емес, сонымен қоса жаңағы Молдавияның студенттері. Біз солардың сырттарынан қарап отырып, олар авторлық өздері болады авторлары, а біз соларға ғылыми кеңес бере отырып, ең алдыменен тек қана жаңағы сол кітап шығады, сонымен қоса біз студенттердің арасындағы қарым-қатынас, бір-бірімен ел арасындағы байланысты нығайтқымыз келеді. Бір қуантатыны, қазіргі балалардың, жасты өспірімдердің арасында осы тақырыпқа үлкен қызығушылық тудыруы, және ол біз үшін өте қажет нәрсе. Қарағандыда сонымен қосқа көп үлкен өздеріңізге белгілі Долинкадағы үлкен мұражай бар. Жыл сайын сол мұражайға 10 мыңға жуық мектеп оқушылары, колледж оқушылары барады. Бұл да менің ойымша үлкен нәтижесі сияқты. Рахмет. У меня один вопрос Тамаре Ивановне. Что подвигло женскую общественность к участию в данном проекте АНК? Но я уже сказала, что только по велению души и сердца мы влились в этот проект. Никто нас не заставлял, никаких указов не было, мы общественное объединение, но уже теперь уверены, что мы будем участвовать в нем, потому что интересно знать все, что было, интересно посетить все места. Мы даже и детей с собой иногда берем на эти выезды. Ассамблея открыта всегда для инициатив, в общем-то, и предложений, и поэтому вот когда мы изъявили это желание, то нас поддержали. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Наталья Павловна хотела спросить, по линии АНК, кроме мероприятий, которые пройдет в ПКО, в каких регионах, какие еще мероприятия планируются? Спасибо большое. Как правило, АНК инициирует все мероприятия в эти дни во всех регионах. И я еще раз повторяю, вот сегодня говорили, что для этого инициатива исходит снизу. Поэтому митинги, значит, посвященные памяти жертв политических репрессий, последствия голодомора, депортации пройдут во всех областных центрах. В этом году, наверное, значит, тоже важно, что, значит, в этом проекте нас поддержали руководители культов. И во всех, значит, мечетях, значит, соборах будут поминальные службы абсолютно проведены, и об этом сами выразили свое желание руководители конфессий. Наверное, это очень важно, и, как правило, значит, все библиотечные сети задействованы. Мы в прошлый раз с вами говорили, что, значит, во всех областных центрах нашей библиотеки имеется, значит, депозитарий Ассамблеи народа Казахстана, где будут соответствующие мероприятия. И вы абсолютно правы, задавая этот вопрос, что сегодня во все эти мероприятия, безусловно, нужно вовлекать молодежь. Молодежь, чтобы шла в исследование нашей истории. Молодежь, которая посредством вот изучение объективных, правдивых, ну, будем так говорить, фактов была или формировалось у них то чувство патриотизма, которое еще раз подчеркивало, что я гражданин Республики Казахстан, и все те, значит, инициативы, традиции, которые здесь зарождены, делают меня активным и причастным к тем делам, которые сегодня проводятся
в Казахстане. Поэтому, значит, для нас очень чрезвычайно важно, что вот мы сейчас видим, что в семей и в своих учебных заведениях наук, проектов по линии, значит, Комитета науки Министерства образования, они реализуются повсеместно. И сегодня вот воочий пример Нурлан Арынбасарович со своей командой, которые в инициативном порядке проводят эти исследования. Я бы хотела сказать, вот мы сегодня до того, как прийти на брифинг, мы обменялись тем, что, значит, причастность к этим исследованиям делает нас чище, гуманнее, и это прикосновение к этой истории и возможности рассказать ее поколениям — это очень ответственная и важная миссия, и мы этим занимаемся. Спасибо. Спасибо. Я напомню то, что по средствам видеоконференц-связи к нам подключены также регионы страны. Хотел бы спросить, регионы, будут ли у вас вопросы? Здравствуйте. Вопрос о Северо-Казахстанской области. Пожалуйста. Наталья Павловна, есть ли у вас информация о том, как чтят память жертв политических репрессий в постсоветских государствах и в государствах дальнего зарубежья? Спасибо. Спасибо огромное. Значит, ну, соответствующими указами в некоторых государствах такие дни учреждены. Есть интересный пример в Узбекистане, где создан специальный архив жертв политических репрессий. Большущая работа, я не побоюсь этого слова, проводится в Белоруссии в эти дни, когда они отмечают День памяти жертв политических репрессий, во главе с уникальной, удивительной женщиной, которая сегодня жива и проводит огромную большую работу, которая в тяжелейшее время красавицей. Это, значит, Майя Клешторная. Она отбывала наказание в Алжире, и следует сказать, что когда она сюда приехала, то она увидела тех подруг, когда еще в детстве, здесь находясь, они находились в детском лагере. Это, значит, замечательные наши женщины, которые вместе с другими отбывали наказание. То есть сама Майя Клешторная, она в Беларуси возглавила это движение «Память». В России, вот сегодня называли, Москва, Санкт-Петербург, у них есть и общественные движения «Память», которые проводят большую работу по сбору материалов. То, что касается дальнего зарубежья, мне бы хотелось назвать несколько стран. Вот Израиль, где периодически приезжают представители масс-медиа в Казахстан, создают специальные фильмы, поскольку, наверное, очень большие корни связывают с Казахстаном. И, к примеру, вот я говорила о Германии, где налажено производство «Курта», и, значит, та женщина, которая отбывала наказание как жена изменника родины в Алжире, она помнит тот живительный продукт, который спас многих женщин и их детей в тот период, когда невозможно было, значит, получить дополнительный кусок хлеба, и, значит, местное население, дети под огромным, будем так говорить, боязнью, ответственностью, что могут быть распознаны в поддержке врагов народа, они разбрасывали этот курт, и одна из них, которая написала эту поэму, она подняла и увидела, что это не камни, а это живительный продукт. И такие акции были довольно-таки часто, и это послужило тем спасением. И вы сами понимаете, что это не только была опасность, это какой душой надо было обладать, чтобы
поддержать тех, которым было очень трудно. Мне кажется, это особая ментальность казахов, особая толерантность. И вот к тем или иным образом в том или ином государстве вот такая дань уважения существует, и пусть это не будут какие-то дни, отмеченные специально, но есть тот огромный порыв, желание быть благодарным государству, где они были в самые трудные минуты поддержаны. Большое спасибо. Будут ли еще вопросы с региона? Если вопросов больше нет, на этом мы завершаем наш брифинг. Хотелось бы еще раз поблагодарить наших гостей за участие. И также всех пришедших мы благодарим. И ожидаем вас на следующем брифинге, который состоится в 16:30. Спасибо.